Видеогейм, и сегодня у нас замена жесткого диска на диск SSD. Radeon 480 гигабайт идет. Здесь у нас, как и написано, для ноутбука подходит. У нас SATA 3 7 мм, Slim 2.5 формат. Это новый SSD диск, еще запакованный на ноутбук Sony. Старенький ноутбук. Все характеристики сейчас вы видите на экране. Ноутбук, в принципе, еще поработает. Была недавно заменена, добавлена, точнее, оперативная память. Было 4 гигабайта, сейчас 8 гигабайт стало. Но SSD, без SSD, конечно, сейчас в наше время никуда. Здесь что хорошего? Что сзади крышка ноутбука, тут есть отдельно для оперативной памяти, просто откручиваете буквально один болтик, снимаете, вставляете, добавляете. И для жесткого диска отдельно, не во всех далеко ноутбуках это бывает. Но сперва надо открывать, обязательно убирать батарею, чтобы батарея была вынута. Вынимаем батарею, так, аккуратно. Неаккуратно. Лок. Вот, все. Батарею выняли, и теперь можно приступать к дальнейшим работам. Но сперва распаковываем. Посмотрим, что это за SSD диск такой. Что в нем внутри, как он выглядит. Ну, в принципе, я думаю, все мы знаем, что такое SSD диск. Все мы с ними уже сталкивались много раз. Самостоятельно поменять, в принципе, нет ничего сложного. Вот он такой вот SSD диск идет. Аккуратный, маленький. В таком вот SSD, вот с этой стороны, с этой стороны, вот все о нем написано. Гарантия, кстати, 3 года дается на этот диск. И вот тут, в принципе, я же говорю, можно все делать самостоятельно. Буквально откручиваем два болта здесь. Для этого надо обычную фигурную отвертку. Sony не заморочилась, она не стала заморачиваться с сложными шурупами, она просто двое. Вот стоит у нас жесткий диск. Так, чтобы его снять, надо еще раз крутить один, точнее два еще с двух сторон. Все простенько, не теряем болтики. Самостоятельно очень просто все сделать, все в принципе легко. Отверточку надо брать чуть поменьше, поаккуратнее, здесь прям маленькие эти болтики находятся. То есть вот их откручиваем, и все аккуратно, не спеша. Здесь у нас пленочка идет. Поддеваем и вынимаем. Вот такой у нас тут жесткий диск. Он также закручен на два болта, которые мы тоже благополучно сейчас открутим. Так, вот раскрутили. Здесь идет рамка, которую надо аккуратно, не спеша подцепить, убрать. Она тоненькая, аккуратно. А, еще болт, извините, три болта. Так, аккуратно снимаем. Сюда ее ложим. Здесь также. Вот он у нас был такой жесткий диск. Старенький уже, ну, вместе... Шел вместе на 750 гигабайт, шел вместе с ноутбуком в комплекте. Так, меняем его, берем наш жесткий диск, также вставляем аккуратно, не спешим. Никуда, никуда не спешим, никуда не торопимся. Вот, прикрутили, обратите внимание, он, естественно, будет поуже. Сейчас контрастность. Он поуже будет, чем этот жесткий диск родной, да? Ну, понятное дело, SSD поменьше. Аккуратно вставили, аккуратно прикрутили, не спеша. Дальше вставляем. Вот так вот вдеваем. Также
И закручиваем на два болта маленьких здесь, а здесь крышка закрывает вот эти два болта. Так, и главную крышку. Все, закрутили, все держится, все хорошо, все надежно. Одеваем главную крышку, закручиваем, уже берем более большую отвертку. В принципе, она подходит. Удобно, комфортно. Вот она прям вдевает, чуть-чуть закрутили одну сторону, поджали. Левую сторону уже хорошо, плотно до конца закручиваем. И правую докручиваем тоже, чтобы уже полностью было готово. Вот, все. В принципе, все. Когда все процедуры сделаны, только тогда одеваем батарею. До этого ее ни в коем случае одевать нельзя. То есть, так, как она тут одевается у нас? Она специально вот так вот вставляется с двух сторон, переворачивается, защелкивается и закрывается. Все, ребят, SSD диск мы только что с вами заменили. В принципе, ничего сложного, он пустой, соответственно, без Windows 8. Windows 8, я думаю, вы умеете, знаете, гайды найдете, как обновить, установить на ноутбук. Если нет, пишите, установим вместе. На этом все. Нравятся такие видосы? Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзоры, прохождение летсплея. Подписывайтесь на все социальные сети. Все ссылочки, конечно же, в описании. Увидимся в следующем видосе. До встречи. Пока, друзья.